место на реке Битюк. Я туда всегда очень любила приходить одна. То есть это такое любимое местечко свое, именно с детства. Старый заброшенный мостик. Когда всегда приходила, мне было или хорошо, или плохо, без разницы. Туда уходила одна, и именно там могла погулять босиком по этому песочку. Это в Тамбовской области, там, где живут мои родители, туда, куда мне очень хочется вернуться. Необъятной шириной небес, луговых бескрайними просторами, сказками, что шепчет русский лес, и озерной глади разговорами, силой духа, волей и борьбой, героической своей мессией, шрамами несчерченной судьбой, знаменита матушка Россия. Поклонюсь до земли я родимой России со знамением. Земли щедрей и плодородней, и еще.